будущая должность генерального прокурора, она какая у нее будет судьба? Ведь мы понимаем, что парламент уже будет назначить следующего генерального прокурора. Ну, уже устроили шоу. Уже совет прокуроров объявляет конкурс. Точно так же, как в антикоррупционном центре это сделали. Они сейчас делают очередное шоу. Значит, будет объявлен конкурс, будет определена комиссия, которая будет рассматривать кандидатов. Они продвинут своего положенного кандидата, то есть сделают такую оболочку демократии и изберут очередной раз, кого нужно.